Доброе утро, моя любимая страна. Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром. Сегодня хорошее утро у вас, ваших близких, знакомых, друзей, ваших маленьких, любимых питомцев. Моя сегодняшняя подсказка для тех, у кого есть котята. Котята, у которых на мордочке, на ушах, либо на лапках появились какие-то круглые пятна. И вашим котятам от 1,5 до 2,5 месяцев. Подсказка для вас – это лишай. Чаще всего стригучий лишай, который опасен вам, вашим детям, вашим родственникам и всех, кто контактирует с маленьким комочком, комочком радости. Поэтому подсказка для вас, когда вы видите такие плешины, проплешины, или как по-другому их называют владельцы, обязательно обратитесь к специалисту, поставьте диагноз, назначьте лечение, а до того времени, пока вы идете к врачу, лучше изолируйте котенка в другую комнату, в другое помещение, чтобы не заразиться. Поэтому подсказка для вас сегодня такая. Пользуйтесь и знайте. И еще спасибо большое вам за то, что смотрите наши передачи, лайкаете, говорите хорошие слова, любые слова. Всех благ и хорошего дня.